Здравствуйте, дорогие зрители, друзья! Приветствую вас на своем канале. Кто первый раз пришел ко мне на канал, я хочу представиться. Меня зовут Оля. Вот, хочу вам показать, как поживает у меня растение. Кто следит за моим каналом, тот знает и видел это растение Philodendron Atom. Я ее покупала маленькое. Пересадка есть на видео. Можете посмотреть, кому интересно. Вот эти горшочки я покупала в светофоре. В наборе 3 штучки. Большой, поменьше и маленький совсем. Они мне нравятся тем, во-первых, что они оригинальные, дешевые, а самое главное, очень удобные. Посмотрите, вот есть носик. Вот видите, носик. Я вот туда поливаю. Очень удобно. Не сверху, а снизу. Вот. Это растение мне очень нравится за его сочную листву, волнистую, кудрявую. Это филодендрон атом кустовой. Посмотрите, какой он красивый разросся. Большой, привлекательный, шикарный. Сочная, зеленая листва. Видите, листочки какие красивые. Вот так у меня вырос филодендрон атом. А вот это растение, помните? Асплениум нидус. Яркая зеленая листва, ваечки какие, посмотрите. Очень красивые, насыщенные. И тоже посмотрите горшочек и носик у него. Так, где ты носик? Вот, носик тоже есть. Я поливаю сюда. Тоже покупала его маленьким. Тоже есть на видео. И пересадка есть. Цвет очень красивый. Цвет молодой весенней травы. Очень красивое, оригинальное растение. Мне вообще очень стали нравиться асплениумы. Хочу коллекцию собрать асплениумов. Вот это асплениум нидус. О, там где-то у меня бегает питомец. Видели? Хвост один мелькает. Вот. Красавчик. Сегодня решила заняться, сделать водные процедуры растениям. Ну, насколько меня хватит. Хоть половину сделаю, завтра еще половину. Так, потихонечку. Нужно принимать душ. И растениям тоже. Другой асплениум. Асплениум Лесли. Видите, ваечки откуда проклевываются. Видите? Сегодня занялась растениями, мою, поливаю. Вот такие вот бирочки я делаю из-под йогурта, из-под сметаны. Не покупаю, вот вырезаю и подписываю, чтобы не забыть. То бывает, что забываю. Посмотрите, какая интересная листва, интересные ваечки. Прекрасное растение. Растет в ширину. Красота. Похоже на снежинку, да, сверху? Лимон. Вот так поживает. Красотун. Потихонечку растет.
Вот в этом году не выносила его на улицу летом. Тихо растет. А в том году выносила, он быстро пошел в рост. Вот в этом году тоже поставлю на беседку летом, чтобы он рос красивый. Вот видите, начинает появляться еще листочек. Чувствует себя хорошо. Горшочек тоже удобный. Вот видите, вот за эти вот, вот так поднимать можно. Отсюда вот и вот отсюда поднимаю. Убираю один горшочек. Достаю внутренний горшочек, наливаю водички, ставлю, вода пропитывается, пропитается, остатки воды я выливаю. Вот так ухаживаю за лимончиком. Горшок мне очень понравился, интересный, удобный. И лимончику тоже очень понравился. Листочки здоровые. Вот сейчас протру их, тоже опрыскаю побольше. Вот опрыснула, надо еще опрыснуть, душ сделать. Ну и, конечно, бегония вечно цветущая. Кто первые, какие первые цветочки в мае мы выставляем в сад? Правильно, герани и вечно цветущую бегонию. Это первые цветочки. Они мне очень нравятся, что герани, что вечно цветущие бегонии. У меня белая, красная и розовая. Горшочек темный, потому что он для сада. Для дома у меня горшочки светлые, а для сада горшочки у меня темные. Цветет нон-стоп, не прерывает цветение. Вот летом на улице, в саду, цветочки крупные, а зимой они какие-то маленькие становятся. Интересно. Сейчас сверху покажу. Красавица бегония. Вот белая бегония. Я ее обрезала, она вытянулась, света не хватает, хоть и под фитолампами стоит, света, видимо, все равно не хватает. Вытянулась, я подстригла все, состригла, все цветы состригла. Ну вот, маленько вот осталось. Тоже надо, наверное, убрать. Еще короче сделать. Ну вот, вот эта бегошечка, вечно цветущая, беленькая. Очень нарядно смотрится в саду, как невестушка. И красная бегония. Почему-то у меня красная бегония плохо растет, плохо размножается. Вот белая хорошо, а красная, вот у меня она одна. Сколько не укореняла, как-то плохо прирастает. Ну вот, одно растение все-таки осталось. Одна красная. Листья здесь потемней. Посмотрите, какие они глянцевые. Видите, красивые. Очень люблю бегонию и герань. Для сада это самое-самое то. Как бы ни хотелось, но видео все равно приходится заканчивать. До скорых встреч, друзья. Пока-пока. Скоро увидимся. Всего самого хорошего. Успехов, удачи, здоровья, добра. Ваша Оля.